52-летний мотоциклист потерял управление и врезался в дерево. Инцидент произошел в воскресенье вечером на выезде из села Пьетросу района Фелешт. Байкер погиб на месте, его пассажир сбежал с места ДТП, сообщили в полиции. По данному случаю начато уголовное расследование. Следователям, среди прочего, предстоит выяснить, был ли трезв мотоциклист. Для этого назначена судмедэкспертиза. Правоохранители отмечают, что мужчина ранее попадался на вождение в пьяном виде и других нарушениях ПДД, а его транспортное средство не было зарегистрировано.